Ну что ты здесь видишь, загородил путь? Какой компактный. О, Бака! Новая машина, что ли? Hyundai Porter. Отечественная сборка. Комфортный. Кондиционер, стеклоподъемники, музыка. И самое главное, технику эту я в лизинг приобрел. 69 тысяч 900 тенге в месяц. Ладно, удачи, Бака. Надо будет шефу сказать. Портер, говоришь? А ему что, можно что ли? Ему можно. Это легковой грузовичок. Категория Б. Баха приехал. Привет, девчонки! Салем. Ну что, как обычный бензин? Нет уж, дизель давай. И теперь в два раза меньше. Экономичный. Знакомьтесь, Hyundai Porter. Сделано в Казахстане. От 2 миллионов 850 тысяч тенге.